показать своим детям. Я это недавно написал, когда узнал, что у меня жена беременная. Просто не сразу понимаешь, для чего вообще нужно видео свадебное. Ну, многие думают, что фоток достаточно. Я согласен, что фотки классные, вы там все фотошопленные, красивые. Когда вы знаете, что появится ребенок, вы думаете о том, что он же сейчас это не осознает, но когда он вырастет, будет в сознательном возрасте, вы сможете показать ему на вашем свадебном фильме, который, естественно, снят мной красиво и качественно, то, что, какие были бабушки, мамы ваши, то есть его, соответственно, тоже бабушки и прабабушки, как вы выглядите, как ваши родители, как ваши бабушки выглядят. Фото тоже можно показать, но на видео это, вы сами понимаете, что живо все выглядит. То есть, как все там танцевали, как все было классно. Но я посмотрел современные тенденции, свадебной индустрии, не только в России. Жена. Можно делать нестандартный такой фильм, который показывает самые яркие моменты, то есть он показывает всю свадьбу в любом случае. Просто выбраны будут из поздравлений, например, самые яркие слова, или из танцев самые, из конкурса самые яркие моменты. И смотрится это на одном дыхании, буквально 20 минут пролетают за 5 минут.